Команда Республики Казахстан. Командир танка, первый экипаж, старший лейтенант Фирус Талабаев. Наводчик-оператор, старший сержант Сунгат Садакасов. Механик-водитель, старший сержант, атлет Алпамысов. Вторая дорожка, танк синего цвета. Республика Индия. Первый экипаж, командир танка, сержант Сулиндер Синг, наводчик-оператор, сержант Махавер Прасад и механик-водитель, младший сержант Давиндер Синг. Третья дорожка, танк красного цвета, Республика Беларусь. Первый экипаж, командир танка, лейтенант Алексей Бурак, наводчик-оператор, старший лейтенант Максим Лузан, механик-водитель, старший прапорщик Виталий Багруденко. Четвертая дорожка. Танк желтого цвета. Республика Сербия. Командир танка. Старший лейтенант Икич Младен. Наводчик-оператор. Младший сержант Боголюб Арсов. И механик-водитель. Младший сержант Диан Миланович. Штатные места в танках Т-72Б3. Все танки, представленные российской стороной, с заключением команды Республики Беларусь, прибыла со своатлона. Генерал-майор Роман Беняков лично подает команду судьям от стран, которые подадут команду своим экипажам для начала движения. Итак, подана команда вперед, друзья мои. Ну что ж, поболеем сегодня и поддержим все команды, все экипажи. Ну а те, кто поддерживает свои страны, безусловно, буду сегодня дарить теплые эмоции, волнение, переживания своим командам. Итак, ну что ж, первых секунд заезда. У нас уже сразу же определяется лидер. Вы посмотрите, красный танк команды Республики Беларусь врывается вперед, немного опережая все экипажи. Соответственно, первый, второй, третий экипаж выступает, передавая друг другу эстафету. Накануне, буквально за час до заезда, был определен порядок прохождение 4 кругов каждого экипажа в каждой стране. Итак, команда Казахстана, первый круг, мишень номер 12, второй, боевая стрельба из зенитного пулемета по 25-й, 11-й мишени, третий круг, мишень номер 9, РПГ, три мишени, четвертый круг свободный. У Казахстана, это у команды Казахстана, у Индии первый круг сейчас будет боевая стрельба по мишеням номер 9, далее свободный круг, далее 12-е мишени и 25-е и 11-е. Команда Республики Беларусь начинает боевую стрельбу из зенитного пулемета. И сейчас, я думаю, несколько мгновений мы увидим с вами мишени красного цвета. Далее 9-е мишени, далее свободный круг и 4-й круг у команды Республики Беларусь. Это боевая стрельба по мишеням номер 12. А вот у Республики Сербия первый круг свободный, без боевой стрельбы. Далее 12-е мишени, 25-е, 11-е и мишени номер 9. Ну что ж, пока не началась боевая стрельба, друзья мои, есть приятные новости. И сегодня мы поздравляем наводчика-оператора Сунгата Садуакасова Республики Казахстан. Ведь у него родился сын, друзья. Да, вот в этот знаменательный день выступления в полуфинале танкового биатлона есть такой прекрасный подарок жизни. Родился сын. Но и не только у него, друзья мои, у команды Республики Сербия тоже сегодня праздник. Механик-водитель второго экипажа также стал отцом буквально 7 августа. Начало таки самого интересного — это боевые стрельбы, выполнение огневых задач на трассе танкового биатлона и эстафеты. Команда Республики Беларусь, первый круг — это боевая стрельба по мишени номер 25 и мишени номер 11. А вот синий танк будет заходить на стрельбу по мишеням номер 12. Загрузка боеприпасов сейчас у команды Беларуси. Идет загрузка боеприпасов в зенитный пулемет. Выделяется 20 боеприпасов, друзья, каждому экипажу для этой огневой задачи. Итак, Индия сейчас на внимание. Командир танка, лейтенант Алексей Бурак, будет вести боевую стрельбу. Мишени в поле прекрасно видно сейчас. Есть попадание! Сразу же есть цель, 25-я мишень. Поражена, и остается поразить и 11-ю мишень. Фланговая стрельба, первая танковая стрельба этого заезда. В исполнении первого экипажа
Республики Казахстан. И будет вести боевую стрельбу новоиспеченный отец, наводчик-оператор, старший сержант Сунгат Садуакасов. И выстрел! Экипаж команды Республики Казахстан. Так, внимание, вторая мишень в поле поднята, дальность 1700 метров. Уже прошел финал танкового биатлона. Ну что ж, мишень в поле пока нет боевой стрельбы. Выстрел! Да, к великому сожалению всех болельщиков Казахстана, всех, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире, здесь болеет на полигоне. Две мишени остались целые и невредимые. Это говорит о том, что будет уже два штрафных круга. Каждый круг 500 метров, друзья. Третий выстрел, но нужно попадание. Есть, справляется, но как минимум с одной целью. Колейный мост без нарушений. И Казахстан на штрафном круге, а Республика Индия попала дважды попала по цели номер 9. По мишеням номер 9 заработала тоже агитата, скажем. Да, мишени остались целые и невредимые. К сожалению, не справился первый экипаж. Ну что ж, есть еще второй, третий экипаж. Поэтому, друзья мои, рано еще, как говорится, пускать руки и бороться каждой команде до последней секунды, до последнего. Набирая хорошую скорость, экипаж команды Республики Беларусь, опережая сербский экипаж. Впереди препятствия, колейный мост. Внимание, посмотрим, как будет преодолевать механики, водители обеих республик. Ну что ж, на грани, очень на грани сейчас белорусский экипаж. В3 все команды принимают участие на танках, на этих танках, с исключением команды Китайской Народной Республики. У команды Республики Беларусь 4 из 24 целей поражены, а вот у Сербии пока не поражена ни одна мишень. Так, внимание, Индия на фланговой стрельбе. Первая мишень уже в поле. Безусловно, должен быть и выстрел. Но я думаю, здесь уже в полуфинале сильнейшие команды. И каких-то грубых ошибок допускать ни в коем случае не должны. Ни один экипаж. Так, движется сейчас механик-водитель. Выстрел! Нет попадания, цель не поражена. И сейчас главный судья соревнований говорит о том, что есть поражение вниз, правую часть мишени было поражение. Быть может, на... И вторая цель, и вот приблизительно в то же место сейчас попадает, за исключением того, что первый раз было еще немного ниже, но все же цель была поражена. Итак, второй выстрел и второе поражение цели. Третья мишень в поле. Мимо команды Индии сейчас проносится танк красного цвета. Команда Республики Беларусь на прямолинейном участке. Ну а выстрел, третий выстрел. Команда Индии поражает все три мишени. Вы посмотрите, прямо-таки в кромку, в самый низ. Все три выстрела и три мишени поражены. Браво, браво наводчику-оператору. Фланговая стрельба. Итак, завершает сейчас команда Республики Индия третий круг. Переходит к четвертому. Команда Индия... Боевая стрельба из зенитного пулемета осталась, друзья. Ну что ж, хорошее время. Вы посмотрите, команда Индии идет второй сейчас. Это второй, первый экипаж. В эстафете принимают участие сильнейшие команды, сильнейшие экипажи, которые таких грубых препятствий не... грубых нарушений порядка определения препятствий не допускают. Итак, и вновь небольшой элемент. Вы посмотрите, гонки и действительно серьезнейшего накала. При движении двух танков, красный и синий, это команда Республики Беларусь и Республики Индия. Смотрите, нос к носу, но все же немного опережает. Да, и вырываются в лидеры. Сейчас команда Республики Беларусь обходит индийский экипаж. Ну что ж, механик-водитель, не занимать ему опыта, это Виталий Бугруденко. 44 года и уже 26 лет в вооруженных силах Республики Беларусь. 27 минут 48 секунд. Команда Республики Казахстан будет преодолевать последний круг. И это свободный круг без боевой стрельбы. Так, Индия бросает скарп. И вновь впереди Индия. Опережает сейчас, да, рискуют представители Индии.
Всячески я пытаюсь опередить экипаж команды Республики Беларусь. А вот Казахстан на гребенке. И впереди колейный проход на взрывном заграждении. Ну что ж, довольно-таки серьезно отрывается команда Индия. Пятка команды Республики Беларусь за нарушение порядка преодоления препятствия. Колейный проход мина в взрывном заграждении. А вот команда Индии уже на... Да, где загрузка боеприпасов? Из зенитного пулемета ведет боевую стрельбу командир танка. И это будет сержант Сингх Силиндар. Итак, внимание, сейчас команда для поднятия мишени. Мишень уже в поле, синие мишени, номер 25, имитирующая вертолет. Продолжает вести боевую стрельбу. Сейчас команда Республики Индия. Есть поражение цели номер 25. Сейчас нужно собрать все силы и... Итак, завершает сейчас команда Республики Индия третий круг. Переходит к четвертому. У команды Индия боевая стрельба из зенитного пулемета осталась, друзья. Ну что ж, хорошее время. Вы посмотрите, команда Индии идет второй сейчас. Это второй, первый экипаж. Итак, синий танк команды Индии также будет сейчас передавать эстафету. Внимание! Выбирается из танка. Первый экипаж отправляется для передачи эстафеты. Осуществляется касанием руки любой части тела второго экипажа. И второй экипаж команды Индии — это старший прапорщик Кумар Сантош. Наводчик-оператор — сержант Кумар Кришан. И механик-водитель — младший сержант Сони Дивендер. Итак, сбираются сейчас в танк 72Б3. Все занимают свои штатные места. Командир, наводчик, механик, водитель. И будет отправляться экипаж Индия на первый круг уже. Второй экипаж. Первый круг команды Индия. Это боевая стрельба по мишеням номер 9 из спаренного пулемета. Итак, желтые мишени подняты в это время для команды Республики Сербия. Три мишени. И танк в это время команда Индии. Второй экипаж ведет боевую стрельбу по первой, номер 9, ручной противотанковый гранатомет. Пока все цели целые. Есть первая цель. Справляется Кумар Кришан. По правой цели, по правой мишени сейчас старается всячески попасть и попадает. Хорошо справляется со второй целью. Оружие разряжено и пора отправляться сейчас. Завершать этот первый круг и нагонять все упущенное. Передача эстафеты команды Республики Сербии. Первый экипаж передает второму. Командир танка — лейтенант Бабан Янкович, наводчик-оператор — младший сержант Милан Дмитриевич и механик-водитель — младший сержант Милош Янкович. Итак, передача эстафеты осуществлена и сейчас загружается, отправляется в танк Т-72Б3 на свои штатные места. Командир, наводчик и механик-водитель. Ну что ж, пожелаем удачи второму экипажу. Дали все, что смогли. Да, быть может, немного не справившись с волнением, но тем не менее эстафета передана. Синий танк на экранах — это команда Республики Индия сейчас будет завершать первый круг. Вновь немного заносит машину. Механик-водитель справляется, выравнивает ее на трассе и снова продолжает движение. Команда Республики Индии будет завершать первый круг. Второй круг у индийской команды — это свободный, без боевой стрельбы. Проходит сейчас препятствие в рот и будет выбираться на противоположный берег без нарушения порядка преодоления препятствий. Молодец механик-водитель. Остается лишь только сказать слова благодарности Сони Девин. Пулемет осуществляет командир танка. Синий танк, команда Индия. Итак, приближается к препятствию противотанковый ров. Ну и с легкостью хорошо преодолевает это препятствие механик-водитель команды Индии. Будет завершать сейчас первый круг, второй экипаж, второй круг у команды Индии скоростной, без боевой стрельбы. Итак, мы слышим сейчас, как приветствуют свою команду, свой экипаж болельщики команды Индии. Но хорошая скорость и хороший результат пока. Пока это вторая позиция, друзья, да. Интрига остается, безусловно, и будет она... Ну а 11 августа, дорогие друзья, 11 августа уже в эту субботу состоится... Итак, всех доложили о готовности. Вперед! Итак, есть подана команда для продолжения эстафеты танкового биатлона. И вновь нажата кнопка на секундомере. Ну что ж, было время немного передохнуть у экипажей, друзья мои. Да, вот такая вот
неожиданная, но вынужденная остановка была произведена, и тем не менее все продолжается. Пулемета мчится желтый танк команды Сербия, преодолевает брод, выбирается на противоположный берег и хорошо справляется. Зеленый танк «Казахстан» уже погрузился в брод и также здорово на одном дыхании выбирается из этого препятствия. Немного освежившись, немного первому «Косогору», впереди еще один «Искарп» и «Косогор», ну а дальше без боевой стрельбы. А дальше боевая стрельба у команды Сербии по 12-м мешкам. С первыми, я думаю, успеют загрузить боеприпасы и начать вести боевую стрельбу представители Республики Сербии, второй экипаж. Так, Индия. На экранах сейчас впереди «Искар». Давайте посмотрим, как справится механик-водитель с препятствием «Искар». Простое препятствие на 190 сантиметров. И нельзя ни в коем случае останавливаться перед ним и на нем, в том числе. У вас допускать скатывание назад за нарушение порядка преодоления. Ракеты третьим экипажем команды Казахстана. А здесь синий танк. Команда Индии завершает преодоление третьего круга. Итак, вы посмотрите, даже умудряется опередить казахский танк сейчас. Команда Индии выходит первой на гребенку. Но все мы знаем, что гребенка очень коварное препятствие. Казалось бы, всего-навсего прямо ехать, но тем не менее достаточно сильно расшатывает танки влево-вправо, после чего нужно преодолеть препятствие колейный проход в минозерном заграждении, внимательно и осторожно пропускать все столбы, имитирующие мины, между гусениц, не наезжая ни на одну, а наехав лишь только на одну, уже достаточно для того, чтобы экипаж был отправлен на площадку штрафного времени. Итак, нарушений не было, порядка преодоления препятствий. Синий-зеленый танк, хорошо справляется Индия и Казахстан. Это препятствие. Четвертый круг у команды Индии. Боевая стрельба из зенитного пулемета по 25-й и 11-й мишени. Итак, глубокий поворот, выход на «Косогор». Первый «Косогор», за ним «Искар», второй «Косогор», загрузка боеприпасов. Посмотрим, как справится механик-водитель с этим препятствием. «Девендер Сони». Механик-водитель команды «Индия». Так, все мы помним о том, что команда «Индия» в прошлом году не смогла, к сожалению, обеим командам. Время, я напомню, которое нужно перебороть в этом случае, это время азербайджанской команды. 11-й мишени, хотя, как мы заметили, зачастую командиры танков начинают стрелять по 25-й. А нет, друзья, вот 25-й поражает. Так, 11-я мишень, противотанковое орудие. Соревнование, и было попадание по 11-й мишени у команды Республики Сербии. Обе мишени поражены. И не будет штрафной дистанции. Синий танк, команда Индии. Второй экипаж завершает свое выступление. Четвертый круг сейчас будет передача эстафеты. Мишени номер 9. Итак, синий танк сейчас должен остановиться. В специально ограниченном пространстве. После этого весь экипаж должен выбраться. Танк двигателя должен быть заглушен. И вот сейчас все члены экипажа молниеносно, посмотрите, из последних сил небесных фактически приближаются к своему второму экипажу, передают эстафету и вперед. Второй экипаж передал эстафету третьему. И это командир танка, капитан Шукла Вивек, наводчик-оператор Ефрейтор Ашокумар Джая Роман и механик-водитель, младший сержант Мандип Сингх. Третий экипаж команды Индии. Первый круг, боевая стрельба по мишеням номер 9. Ручной противотанковый гранатомет. Ну что ж, пожелаем удачи команде Индии. Пока это третья позиция в эстафете, в полуфинальной эстафете сегодняшней. Так, отправляется на первый круг команда
Индии третий экипаж сразу же преодолевает первое препятствие, колейный мост. Хорошо, белый флаг поднят, полевой, но ни в коем случае не останавливаться. У Индии первый круг, стрельба по мишеням номер 9. Итак, осторожно, но тем не менее, посмотрите, с какой легкостью 46-тонный танк Т-72 Б-3 взбирается на эскарп и отправляется на... Хорошо, механик-водитель прошел колейный мост. А синий танк команда команда Индия. Так, ну пока мишени целы, друзья. Пока целы мишени, одно не попадание в цель, это штрафной круг. Есть первая мишень, справляется сейчас наводчик-оператор. С первой мишенью номер 9, один из ручных противотанковых гранатометов. Ну а вот команда Индии продолжает вести стрельбу из спаренного пулемета. И все идет к тому, что боеприпасы закончатся, а мишень поражена только стрельбы и препятствия. Колейный мост, хорошо, вы посмотрите. Тремя прыжками фактически 46-тонный танк Т-72 Б-3 преодолевает. Если прибавить еще около 5 минут за прохождение скоростного круга, то 1:37 это будет очень хорошее время. Я думаю, Казахстан... Ладно, не будем загадывать, друзья. Давайте дождемся все же финиша. Итак, ну что, танк движется сейчас. Уже загрузка боеприпасов завершена. И мишень уже поднята. Но в чем дело? Вот сейчас как раз-таки поворачивает башню танка в пуле. Так. Номер 12. Запасных снарядов никаких нет. Если экипаж за 4 минуты не... Впереди еще 4 мишени. И вот по одной из них вели боевую стрельбу и получили еще один штрафной круг. Итак, третья мишень в поле. Ну что ж, собраться нужно команде Индии. Наводчик-оператор Ашок Кумар Джайараман ведет боевую стрельбу. Собраться, движение танка с минимальной скоростью. И вы видите, что нет никаких дерганий. Очень осторожно, механик-водитель ведет танк, стреляет наводчик. И сложно сказать, по всей видимости, был рикошет. 18, друзья мои, и на данный момент в таблицу результатов эстафеты с таким результатом команда Казахстана попадает на вторую строчку, опережая Китайскую Народную Республику. Четверку лидеров эстафеты и выходить в финал. Ну что ж, все шансы на это есть, друзья мои. Так, немного остается команде Республики Беларусь. Следом Индия проходит брод, но Индия на третьем круге. У Индии третий круг впереди, еще один остается у индийской команды с боевой стрельбой из зенитного пулемета по 25-й и 11-й мишени. 24 поражены. Финиш! И внимание! Время, с которым финишировала команда Республики Беларусь. 1:44:15. 1:44:15. Друзья мои, ну что ж, вот и четверка финалистов танкового биатлона. Для команды Индии завершается, но тем не менее это было достойное выступление. Мы аплодируем, и аплодирует сейчас вся судейская площадка. Встречают болельщики, все, кто нас смотрит в прямом эфире, и все, кто болел за Индию. Внимание! Время, с которым финиширует команда Индии. 1:54:20. 1:54:20. Команда уступает по времени Азербайджанской республики пока по предварительным результатам. У Азербайджанской республики 1:53:46. Ну что ж, у нас остался один танк на трассе танкового биатлона. И это команда Республики Сербия, у которой впереди еще 3 круга работы. We'll be right back.